И спирт, по сути своей, это ведь очень сильный растворитель. Я сейчас не пропагандирую алкоголь ни в коем случае, но по логике спирт, он и холестериновые бляшки в сосудах убирает. Собственно, поэтому у итальянцев, которых практика питья вина как бы распространена, да, у них одни из самых низких показателей сердечно-сосудистых заболеваний. Вы же слышали, врачи говорят, что вино полезно для сосудов. И по сути это правда. Это правда. То есть вино, оно подкисляет кровь, оно кислое, как уксус, грубо говоря. Ну, по сути, это и есть уксус. И то же самое водка. И она как бы будет, наоборот, камушки подтачивать. Поэтому ничего удивительного нет в том, что у алкаша печенка не забита настолько сильно билирубином, как, например, забита у вегана. Потому что веган очень сильно себя щелочит, и желчь становится настолько густой, настолько тягучей, что, конечно, камни начинают образовываться. То есть львиная часть ребят, которые ко мне приходят с зеленющими глазами, это все бывшие веганы.